не пропустили вражьи танки, герои родины своей. В Дмитровской школе номер 10 прошел митинг, посвященный памяти легендарного летчика Константина Аверьянова. И был открыт мемориал в его честь. Вместе с воспитанниками и учителями школы депутат Совета депутатов Дмитровского округа Александр Нечай и руководитель местного отделения молодой гвардии Антон Калмыков почтили память героя минуты молчания и возложили цветы к памятной табличке на здании школы. Мне очень гордо за вас, что ваша школа активно участвует в патриотических мероприятиях. Мы это заметили. Буквально недавно мы проводили диктант победы, на котором у нас выступал творческий коллектив. И мы хотели бы его наградить. Герой Советского Союза Константин Аверьянов был также награжден орденом Боевого Красного Знамени, одной из самых почетных и уважаемых среди фронтовиков боевых наград. При освобождении Керченского полуострова он совершил 27 вылетов в Ильтигенский ад, огненный мешок из мощной немецкой противовоздушной обороны. Константин сумел выжить, выполнить свою часть задания по участию авиации в десантной операции и помог спасти товарищей, экипажи сбитых советских штурмовиков. Я сам всю жизнь, большую часть жизни жил в микрорайоне Константина Аверьянова, я знаю его подвиги. Я ходил в школу, вот мы тоже делали такие памятные вечера, памятные моменты в честь Константина Аверьянова. Очень важно знать своих земляков-героев, которые либо проживали на территории, где вы сейчас живете, или просто хотя бы даже в вашем городе, потому что их становится очень мало. Имя героя Советского Союза Константина Аверьянова увековечено на Сапун-горе. В музее обороны Севастополя хранятся его личные вещи. Его именем названа центральная улица его родной деревни Студенец и микрорайон в Дмитрове. Его имя носит школа номер 5, где Костя учился. И каждую весну на Аллее Славы в его родном городе расцветает каштан, посаженный в честь дмитровского героя. Теперь в Дмитрове появилось еще одно памятное место, где хранят историю жизни и подвигов легендарного летчика. Сходит утро над рассветом.